Алекс, Монг, классик. Геймс представляет. Привет, я Эммануэль Вожи. И вот что, игра — это всего лишь игра. А в жизни будь внимательнее на дороге и пристегни ремень. Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал Алекс Монг Classic Games. Я продолжаю свой проект по прохождению GameCube версии Need for Speed Carbon. Но, как видите, продолжаю я не в качестве записи на DVD-рекордер, а с консоли по старинке, записывая камерой экран телевизора. А все потому, что оптика DVD-рекордера приказала долго жить, даже сервис не берется его ремонтировать. Говорят, что они меняют только на фирменные запчасти, а фирменных запчастей нет, поскольку DVD-рекордеру уже около 20 лет, его не производят. В общем, ребята, теперь он у меня будет лежать мертвым грузом, походу. Ну, либо как вариант, можно попробовать поискать аналогичные запчасти на AliExpress, чтобы потом самому постараться его отремонтировать. В общем, в будущем время покажет. А пока давайте я немного расскажу вообще, чем я занимался в записях, когда записывал игру на DVD-рекордер. Ну, во-первых, я завел профиль Cooper 2, потому что некоторые достижения оказались недоступны ввиду того, что я там не доглядел, будем так говорить. Вот. И моя цель — пройти GameCube-версию Карбона на 100%. Давайте посмотрим карточки. Вот, например, мне тут не хватает все, что касается серии состязаний. Миллион баланс накопить. Выиграть 10 каньонных дуэлей. Продать 3 машины. Приобрести 8 машин. 15 челленджей пройти. Так, добиться нарушения 6 правил при погоне. Приобрести 5 машин, так. Пройти 3 любых челленджа в серии состязаний. 5 челленджей. Завершить все челленджи на бронзу. Разблокировать 85 быстрых гонок.
завершить все серебряные челленджи на серебро, которые, то есть те, которые на золото, продать 6 машин, выиграть 20 защитных гонок в режиме карьеры, забить свой гараж до отказа машинами, забить только классом тюнер, только классом экзотик, так, накопить 50 тысяч неоплаченных штрафов. Так, дальше забить гараж только маслкарами. Завершить 25 челленджей. Завершить режим карьеры. Добиться того, чтобы уровень погони поднялся до 5. Открыть все трассы в режиме карьеры, точнее пройти. И получить доступ к 33 машинам. Ну и тут многое, что уже сделал вне записи, например... Так, а что я сделал? Подождите. Давайте перейдем в карьеру. А! Quick Race. Смотрите, все помечено галочками. То есть я их все прошел вне записи. То есть это как бы повторное перепрохождение со своими параметрами тех трасс, которые вы уже прошли или открыли в карьере. Ну, например, Silverstone я еще не проходил, территорию ударился, но тем не менее... Трассы, которые открылись там, я вот в быстрых гонках уже прошел. Это все для достижения необходимо. Вот пока что, видите, 76 трасс пройдено. Все галочки. Получается, Challenge Series я пока не начинал. Видите, все закрыто. Вернее, ничего не пройдено пока. Потом, после карьеры пройду. Переходим к карьере. И еще я коплю деньги... чтобы добиться достижения 1 миллион долларов. У меня сейчас пока около 700 тысяч. И я на Dodge Charger RT Engine езжу. Без прокачки. Вот у нее было изначально, сейчас скажу, что... Так, стоковая. Вот, закись азота у нее лучшая. И уличный пакет шин и тормозов. Остальное у нее все стоковое. Вот пока хватает. Вот, когда я на DVD рекордер записывал, как раз где-то на этом месте остановился, что у меня, видите, все захвачено. Районы Энджи, Кенджи и Вульфа. И вот переходим в район Дариуса. Я хочу начать с чекпоинта. Вспомнил управление, как у меня управляется Dodge Charger RT. Играю я, ребята, на североамериканском Nintendo GameCube черного цвета, с которого записывал прохождение... Ладно. Yeah. Да. What? Что? Ники did that. Ники сделал это? Fine. Что ж, тогда мне нужна команда, работающая на совесть. Кенджи, Энджи и Вульф. Теперь они разжалованы до обычных гонщиков, но опытных гонщиков. Давайте вспомним управление, давно просто не играл в эту версию. Так, вот один момент только. Я треки выключу. Значит, правым стиком я газую, левым торможу. Клавиша B красная, это закись азота. Так, стоп! Тут же срезка, я забыл, извините. Так, я сейчас... профукаю, ну не должен, машина быстрая. Так, вот здесь срез, это я помню. Посмотрим, дай бог, чтобы машины хватало, иначе придется тратиться на тюнинг. Чего бы я не хотел делать, дабы получить достижение накопить миллион долларов. Так. Там была срезка справа, ну ладно.
Можно и так, не критично. Вот срезка. Плюс вот маленькая срезка. И там срезка еще слева будет сейчас. В общем, такая местность срезок. Опс. В GameCube версии смотреть назад нельзя. Так, в принципе, ни к чему. Единственное, на такое время погони надо назад поглядывать. Это я больше сам себя успокаиваю. Так-то я регулярно же пользуюсь кнопкой назад. Для удобства и чтобы разнообразить геймплей, когда картинка и слева, и справа. То есть и спереди, и сзади, я хотел сказать. Давай-давай. Так. Здесь хороший путь. Ой, вот он, вот он. Как говорится, помню, где путь-то находится, но примерно. Там вот срезка. Срезка, либо альтернативный путь, называйте как хотите. Не принципиально. Главное, что свою функцию выполняла. Чтобы свою функцию выполняла. Так, вот срезка. Вот, я и начал говорить, что играю на Nintendo GameCube североамериканского региона черного цвета. Под ним подключен Game Boy Player, через который я записывал прохождение на DVD-рекордер игр The Lion King и Super Mario Land. Так, ну все, финиш. Немножко вспомнил управление, хорошо. 20200 за счет Невилла и Самсона. Самсон нам дает плюс 10% к выигрышу, а Невилл просто плюс $200 к каждой победе. Плюс разблокировано, что у нас? Трансмиссия, класс 3, уличный пакет. Угу. Так, внимание, Дариус. Ты думаешь, что знаешь город, да? Ты просто не представляешь, что тебя ждет в этом тихом омуте. Дариус на своей Audi Le Mans Quattro. И самая грозная заставка из всех у него. Тачка у него классная. Так, сохранить. В начале каждого запуска игры после гонки игра подтверждает сохранение. Потому что переписывается один и тот же слот на карте памяти. Вот идет сохранение. Все. Так, мою территорию атакуют замечательно. В том плане, что мне необходимо добиться достижения... выиграть 20 вот этих защитных гонок. Принимаем и с Колином сейчас будем отстаивать нашу территорию. А поскольку я сейчас одновременно не записываю и не заряжаю камеру, потому что надо либо то, либо другое делать, чтобы ее не глючило. Буду предупреждать, когда будет камера разряжаться и завершать серию. Так, у них уже машина третьего уровня, к слову. Так что надо очень стараться. Давайте пока помолчу. Так, как только у Колина накопится индикатор сверху слева, он сможет мне помочь. А для этого ему надо ехать быстрее. Колин разгончик, если что. Дает мне драфт. Воздушный мешок. Ну я пока на срезку поехал, он-то не знает срезок. Видите, пока у меня машина второго класса, у Колина тоже будет второго класса. Как только я приобрету лучшего третьего класса машину, ну уже для финала,
Тогда и они все пересядут, помощники, на машину третьего класса. Так, ладно, не... Колин, отдохни. Ой-ой-ой, блин. Двигать нога, да я понимаю. Разгони меня, пожалуйста. Тихо-тихо-тихо, не врезайся. Так, твою мать! Текстуры гребаные, сука. Они здесь тоже мешают маслкарам. Ладно, как... Коль, не езжай, пожалуйста. Не пропускай их. Нам на территорию стоять. Езжай, езжай, все, молодец. Колин приехал. Чисто, говорит, победа, конечно. $700 они нам... отстегнули за то, что за свою неудачную попытку захвата территории. Ну, гонки. Crew member now. Помощник прибыл первым. Ну, тоже считается, потому что он же часть нашей команды. Спасибо, Колин. А, по-моему, я еще, ребята, выполнил достижение. Выиграть 50 этих... Ну, вне записи. Выиграть 50... Как они называются? Дуэлей в режиме карьеры. Вот когда вот так вот ждете, стоите на месте, к вам подъезжает гонщик, вы соглашаетесь на дуэль с ним... Выбирайте на карте точку, куда ехать, и мучитесь, кто быстрее. Вот я это тоже сделал уже, вне записи. Ну, полиция, да. Но, по-моему, на... количество полицейских отрывов тоже надо мне накопить будет. Никто не поедет за мной. Сейчас, если копов не будет, то ладно. Так, наверное, знаете, что стоит? Классный рык-то прибавить маслкару. Вот так вот. Ну, другое дело. Ой. Ну, нет, так нет, давайте продолжаем. Так, дальше у нас... Давайте захватим район. Так, скоростная ловушка, спидтрап. То есть, истребитель. Заезд, который открывает закись азота из шины, класс 3, профессиональный комплект. Вот на истребителе... Колин как раз, как нельзя кстати, помогает. Ну и Ники тоже, конечно. Потому что и Ники, и Колин, они разгонщики. Извините, задел штатив. Колина единственный минус, он бывает подставляет задницу, ни с того ни с сего. Видимо, пытается меня пропустить и в итоге подставляет зад, сам того не желая. Так, это у нас кто? Алекс и Лес едут, соперники. Давай, Колин. Так, а еще вне записи, знаете, что сделал? Пока проходил, по-моему, одиночные гонки, добился рекорда для вот этого вот режима истребитель. Нужно было определенное там количество километров миль в час добиться. Давай, Колин. Okay, yeah.
Кстати, вы спросите, почему я играю с милями в час, а не километрами в час. Все просто. Версия игры североамериканская, консоль тоже. Плюс сюжет тоже в Америке проходит. Давай, Колин, разгоняй меня. Он отлично. Тихо. Копы, ребята, копы. Тихо, тихо, блин. Давай, давай. Фу, у нас был хороший запас. Если бы не хороший запас скорости, сейчас бы штраф всю эту нашу накопленную скорость бы съел. Ну вы понимаете, да? Ну все, первый из захваченных районов, вернее кварталов, и открылся Dodge Viper SRT-10, да? Или сколько там? А нет, Dodge Viper SRT-8 же он, да? Так надо оторваться в погоне. Так, успеем еще добиться 1-5 статуса, пока отрываемся. Пока накопим количество отрывов. Все, порядок. Оторвались. Угу. Отлично. Снова нападение. Отбивать атаки тоже необходимо для достижения. Давай, погнали. Справа срезка, но она не очень хорошая. Так, Колин, помогай потом. Только поднакопишь энергию. А еще музыка тихая, мне кажется. Надо громче делать. Тем более, что интерактивная музыка авторскими правами не защищена. Давай, Колин, на тебя надежда. У меня уже машина второго класса, хотя у тебя тоже. Ну, у тебя скрипт разгона есть, тебе хорошо. Блин, осторожно. Ладно, пропускай меня. Я понимаю, ты не отдохнул еще, Колин, но времени нет. Тихо, 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 ты что делаешь-то? Отдохни.
Блин, я хотел в срезку попасть. Давай, разгоняй меня, ты отдохну. Так, ты отдохнешь, там я на срезку поеду. После срезки помогай. Давай. Хотя, что-то мне кажется, я уже это не доеду первый. Ах ты, блин. Ладно, Колин, давай рестартанем. Нам нельзя эту гонку проигрывать, она защитная. Видите, они тоже сразу с Заки Сизода стартуют и полетели. Это же масл кары. Тут много поворотов. Это моему доджу тяжело здесь. Все, Коля, нужна твоя помощь, разгоняй. Ладно, я пойду на срезку. Помогай! Что-то мне кажется, на этой машине это не сделать. Ну или сделать, но сначала нужно прокачать. А прокачать это значит потратить деньги. Увы. Ну что лаять-то, господи. Ну можно, конечно, третий раз попробовать. Хотя бы одного не пускать, что ли? Ага, сейчас. Стой! Неправильно. Давайте стартанем нормально. Это залог, залог все-таки какой-то будет, какой-никакой. Подспорье, вернее. Да блин! Тут этот поворот неудобный. Тем более для маслкара. Тихо! Он умчался.
Ну, как они так быстро когда проходят место, они же на маслкарах. Да хотя бы одно-то догоним, Коля. Давай, давай. Да блин! Так, у меня, по-моему, настройки выкручены в этот. Как он? В разгон, то есть там максималка вроде низкая. Ну-ка, Колин, помогай. А, ну да, у нас же эти, блин, мили в час стоят. Цифра там, число там меньше, чем в километрах в час. Так, подожди. Блин, ошибка, сука! Ну, Колян, ёб твою мать! Блин, у меня был шанс, нет, я накосячил, а? Сука такая. Да ничего не careful. Тихо. Тихо. Давай, Николай, помогай. Ну, я думаю, по-американски Колин, а по-нашему Колян. Давай, давай. Ты сейчас устанешь уже скоро. Отдохни. Давай дальше. Чё? Какой you're ready? Тебя, они тебя сбили, я понимаю, скоты. Колян, давай, пожалуйста, помогай. Хотя, постой, сейчас резко будет. Тихо. Давай, Колин, молодец. Погнали. Так, меня интересует срезка. Ой-ой-ой, Колин, извини.
Зато я его направил в срезку. Давай, мы молодцы, давай-давай, побеждаем скоро. Дай бог. Давай-давай. Победа, да! Наконец-то! Ребята, я буду, как говорится, землю зубами грызть, но свою территорию я не отдам никому. Сколько бы это попыток ни стоило. Ну, спасибо, Колян. Порадовал. Давайте Колян отдохнет, а мы возьмем в команду Ники. Во-первых, у нее машина 3-го класса, а во-вторых, она дает скидки на приобретение новых машин, потом пригодится. Так что, Колян, извини, ничего личного. Он дает расширенную зону драфтинга и открывает автоскульпт этих колес, спойлер, дисков, спойлеров, насадок глушителя. Чоп-топ, я не знаю, что такое чоп-топ. Ну, неважно. Ладно, Коляна увольняем пока. Ну, может быть, потом еще примем. И берем Ники. Она дает 50% запаса ускорения времени и закиси азота, и плюс 10% скидку на приобретение новых машин. Давайте возьмем. Так, и посмотрим, что у нее может с машиной сделать. С прокачкой уже доступно. Да, ребята, закись азота доступно, профессиональный комплект. Делаем на скорость, не на продолжительность, чтобы быстрее стреляла машина, как говорится. Угу. Остальное вроде все так же оставляем. Только закись азота просим ее купить. Так. А, и надо не забыть активировать ее. Set Active. Активировано. Да, галочка стоит на фоне ее портрета, значит активирована. Хорошо. Но мы продолжаем на этой же машине. Так, дальше пойдем. Каньон. А давайте попробуем. Дарио сказал, что ему нужна команда, работающая на совесть. Так вот, здесь будет ехать Вольф на Ламборджини Мурсилагу. И если мы выиграем этот каньон, то Lamborghini Murcielago будет доступна в автосалоне. Погнали. Ну, давай, Вольф. Посмотрим, сможет ли моя практически стоковая... мой практически стоковый Dodge Charger RT тебя обогнать. Черт, нехорошо.
Так, черт, очки не копятся. Так, первый раунд завершен. Почти 180 тысяч очков. Ой, дай бог. Не знаю. Опасно. Жалко. Ну что, получается, либо прокачивать, либо... Давайте продолжим пока. Потому что нам нужны нападения, которые надо отбивать. Нападение не последовало. Давайте еще раз попробуем.
Я не помню, сколько было в прошлый раз очков. Но мне кажется, я набрал меньше. ХЗ. Ладно, давайте вернемся в гараж. Мне так-то я хочу вспомнить, какие вообще машины есть. Aston Martin DB9. И стартовый Chevrolet Camaro SS. А, еще же Mazda RX-7. Так а зачем же дело стало? Давайте на ней попробуем. Подождите. Я, видите, до столького вида довел. Давайте на ней попробуем. Все-таки поуправляемее будет.
Ну что я могу сказать, уже гораздо больше, да, эти за 200. Ладно, ребята, камера разряжается. Продолжение следующей серии. Подпишись, если хочешь быть в курсе последних событий, и нажми на колокольчик.